Привет, ребят. Вы, возможно, слышали, что у меня новая машина, и всем же интересно, как она выглядит изнутри, снаружи, и вот сейчас я вам это и покажу. Вот это интерьер. И среди того, что есть, есть всяческие управления зеркальцами, фарами, дуйки слева и справа, и посередине даже есть. Говорит, что есть траблы с подушкой, но это не страшно. Какая-то вторая подушка не работает, первая подушка работает, моя, и хорошо. Есть приемник, у него есть разные функции, включение звука, выключение звука, радиостанции, всякое разное. Маленький бардачок-карманчик, большой бардачок-карманчик. Есть коробка переключения передач, тут много вариантов. Не знаю, сколько ступенчатая коробка, обратная, реверс, нейтралка, драйв, 1 и L. Что это значит, не знаю, я имею в виду 1 или I. Вот эти вот EL. Мне расскажите, если кто знает. Что по салону? Вот так выглядит салон. Сиденьки спереди, сзади. Вот слева, что у меня подлокотничек. Ну и пора переходить к тому, как она выглядит снаружи. Давайте-ка покажу. Снаружи она выглядит вот так. Вот такая красотуля.